Егор, ну с победой. Первая игра с нашивкой капитанской. Поделись эмоциями, чувствовалась ли ответственность повышенная? Ну, конечно, был немного удивлен, то, что капитаном, мне рад, то, что тренера доверяют мне. И, конечно, это большая ответственность, и надеюсь, что я буду с ним справляться. Как партнеры отреагировали, подкалывали? Ну, вначале, конечно, да, но в целом все нормально поддержали меня, сказали, давай, не переживай сильно. Угу. У Сибири не так много контрольных матчей, понадобилось ли время, чтобы как-то вкатиться, почувствовать лед? Да, конечно, тяжело было, долгое время не играли, я первую игру в Минске не играл, поэтому тяжело это было первое время, но, считаю, после первого периода вкатились, уже нормальным ритмом продолжали. Было много опасных выходов, но, тем не менее, счет минимальный. Как думаешь, с чем связываешь вообще это? Ну, наверное, то, что еще летний хоккей маленько, много суеты, нету хладнокровия в завершении, я думаю, что к началу сезона все придет. И опробовали сегодня на себе новые правила. Были какие-то корректировки по ходу в раздевалке? Да не, на самом деле не было то, что 3 секунды нельзя стоять за воротами. Я думаю, то, что игра становится быстрее, это хорошее правило, чтобы все были в движении всегда. Думаю, никаких проблем не возникало. А то, что вот меньшинство начали в своей зоне старт периода? Ну, это ничего нового, считай, как ты получил меньшинство и начинаешь в своей зоне все то же самое, только это в начале периода. Выглядит маленько странно пока, но, думаю, привыкнем со временем.